Всем привет, меня зовут Илья, и на этом канале я пытаюсь играть на бас-гитаре. Давно у меня не выходили никакие видео, на это было ряд причин. Во-первых, я болел, просто не мог физически ничего делать. Во-вторых, я поменял работу, и было немножко не до этого. Но сейчас я вернулся, пытаюсь вернуться в привычное русло, и начинаю с этого ролика. Сегодня на повестке дня разбор замечательнейшего музыкального произведения не менее замечательнейшего бас-гитариста Виктора Вутона «Секс на сковородке». Почему я выбрал именно эту композицию? Во-первых, в ней присутствуют все основные виды техник на бас-гитаре. Пальцами, тэппингом, минимально, мьют и слэп. Это значит то, что если выучить и сыграть эту вещь, то можно перейти, в общем-то, на достаточно на ступеньку выше эволюционного развития и на новый, принципиально новый качественный уровень. Для тех, кто это произведение не знает, и для них это будет большой шаг вперед. Это первая причина. Вторая причина кроется в том, что на русском языке не существует разбора данной композиции. Да и вообще у нас с такими вещами, около джазово, фьюженными, импровизационными, фанковыми, достаточно туго. Очень мало информации, практически ее нету. Куда ни посмотри, обязательно либо металл, либо рок, какой-то обзор педальки или обзор гитары, обязательно металл. Конечно, хороший музыкальный вкус еще никому не вредил, но я думаю, что мы поиграем сегодня в Вутона. Итак, дабы не затягивать, перейдем сразу к разбору. Определимся с тональностью. Тональность, основная тональность песни ми минор или соль мажор параллельный. Очень удобная тональность для тех, кто любит играть соло, бас-гитаристов, гитаристов тоже. В ней любил играть и Пасториус, так как Пасториус повлиял на Вутона очень сильно, соответственно, Вутон тоже частенечко любил поиграть в этой тональности. Мы разделим произведение на части конкретные, их будет 4. Начну с первой части, это основная, условно назовем ее темой. Все начинается за такта, который звучит вот так. Играется мажорная пентатоника. Сначала мьютом мы кладем ребро большого пальца, или как это называется, я не знаю, не помню. И сначала извлекаем два звука мьютом. Это и будут восьмые, потом две шестнадцатые. И, собственно, вторые две ноты играем по цепам. Затем у нас идет открытая ми. Вот такое вот движение. Можно сыграть так, а можно сыграть вот так. Лучше чередовать. Задача импровизационной музыки, где нет вокала, не усыпить своего слушателя. Соответственно, надо играть постоянно по-разному, постоянно разнообразно.
чтобы не дать человеку скучать. Поэтому всегда играть одинаково тоже нежелательно. Лучше чередовать. Сначала мы сыграли. Дальше играем ноты Си и ноты Ре. Второй заход. Играем 2 16 Си. Все те же ноты, только разные их вариации. И играем открытую сразу же. Это 16 нота. Открытую ми. Можно сыграть приглушенный слэп. Можно сыграть ми. Но лучше слэп, потому что у нас большой палец освобождается тогда. Мы здесь играем как бы мьют на грани слэпа. Это все звучит прикольно. Приглушаем иногда, иногда выпускаем звук. И получается мясо. И ре мьютом. И тот же рисунок через мертвую соль. После того, как мы сыграли второе проведение, ритмический рисунок повторяется, грув сохраняется обязательно. Вокруг него и нанизывается все. И третье проведение. Мы играем просто 16-ми мажорную пентатонику. Можно сыграть вибрато, как я. Можно сыграть, как вот он, стаккато, резко опустить ноту. И так далее. Но мне нравится тут вибрато, поэтому я его играю. Вторая часть. Условно ее можно назвать часть Б или припев. Здесь находятся сложные моменты, находятся слайды. И без определенной технической подготовки их сыграть сложно. Но для этого мы и играем, для этого мы и разбираем, для того, чтобы качать свою технику, качать скилл. Если не брать сложные моменты, не играть их, никогда не научишься. Поэтому начинаем вторую часть. Также за такта она начинается. Ми-минорная пентатоника. Соответственно, у нас тут нота ля, си и ре. И мы должны прийти в ми. Ми является терцией от до. Соответственно, мы играем здесь до-мажор аккорд, но играем децему. То есть, вот, децему это терция на октаву выше. Соответственно, мы играем до вот здесь, а децему строим на первой струне. Но здесь нужно сделать слайд. Подъехать полтона, на полтона от нот, которые на полтона ниже, подъехать к вот этой до-мажорной децеме. Лучше это сделать указательным мизинцем. Его можно потренировать. Вот. Дальше. Ре, до. Поднимаемся опять по минору. Все на синкопах. В такой музыке очень много синкоп. И квинта ми. Ее также можно сыграть с слайдом. Соответственно. То же самое. Далее. Ля, соль. И момент с квинтами. Квинта до, квинта ре, квинта ми. Пятерки. Соответственно, сначала мы играем четверть. Но ми мы играем 16-й, как синкопа, это будет пунктирный ритм. Ми играет пятерка ре, квинта ре играет с точкой. Тут у нас пунктирный ритм. Но до этого четверти. Вот так вот. И дальше повторяется. Второе проведение играем до. Пятерку до, квинту до. Вот так. Ми, соль. Си бемоль. Ля. Ре открыт. Два раза ми. Прикольная фраза, джазовая. Я ее играю под цепами, то есть слэпом, попом именно.
подцепом указательным пальцем, потому что, мне кажется, звучит круче, чем... Можно, конечно, сыграть мюдом. Или обычной техникой. Это обычный палец у нас. Можно сыграть, допустим, мьютом. Ну, мьютом плохо, поэтому не будем мьютом играть. Короче, либо обычная техника, либо слэпом. Ну, лучше слэпом, потому что звучит ярко, круто. Что касается правой руки, квинты мы играем большим пальцем и указательным. Это придает мясистый звук и делает такой слэповым, ярким, так, вутоновским звуком. Можно, конечно, сыграть вот так, указательным и средним, но мне нравится именно с большим. Звук получается более мясистым. Ну, это кому как нравится, можно и так. Итак, после того, как мы сыграли Б-часть, припев условный, мы повторяем еще раз А-тему, и после нее играем, условно назовем С-часть, играющуюся тэппингом. Здесь несложный тэппинг, и практически любой, мне кажется, сможет бас-гитарист сыграть его, если захочет, конечно. Особенно он хорош для тех, кто хочет начать осваивать тэппинг. Несложный, но красиво звучащий. И помогает понять принципы основные. Начинается все с аккорда Fa major. Вот такой аккорд. Но мы не просто берем аккорд Fa major, а еще и указательным пальцем зажимаем барре на седьмом ладу. Две ноты зажимаем. Соответственно, это ре и ля. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы потом сделать пул на шестую ступень. Вот так. Сделать срыв безымянным пальцем с седьмой ступени на шестую, как бы превратив условно аккорд в шестерку, в секстаккорд. Поэтому мы зажимаем сразу здесь две ноты, для того, чтобы третья ступень звучала здесь у нас ля, и звучала также потом вот этот срыв. Далее. Средним пальцем извлекаем ноту соль 12 лад, просто ударом, тэппинговским ударом таким. И безымянным пальцем, нет, средним пальцем, ошибся, делаем ноту до. Вутон играет синкопы. Я сыграл ровно, но это мое видение. Вутон играет синкопы, то есть немножко раньше. Вот так. Вот такой рисунок. Дальше. Второй аккорд, то же самое, мейдж, только на тон ниже. Мы здесь просто играем мейдж-аккорды по тонам. Соответственно, у нас тут будет фа, ми бемоль и ре бемоль. Да? Вот такие вот будут у нас тоники. Первый сыграли, потом второй. И третий будет здесь. Вот так. Вот эти можно три аккорда потренировать отдельно. Тот же самый рисунок, только теперь от ми бемоля. И, соответственно, делаем удар здесь на ноте фа. Также на тон смещаем все. По сути, это секвенция такая. И также делаем только теперь уже на си бемоле. Здесь синкопа удар средним пальцем и ре бемоль. Третий аккорд, когда мы приходим к ре бемолю, здесь немножко играется по-другому. Четвертями. Пам-пам-пам. Сначала. И также делаем синкопу ля бемоль. Также сделаем срыв. И вот здесь делаем слайд опять 12 ладу к ноте соль. Одновременно с ми бемолем. Вот такой вот интервал должен получиться. Чем сильнее у вас получится, чем мощнее звук, тем лучше. Можно повибрировать даже. Далее, после части С у нас повторяется тема, часть А, часть Б, но мы потом не играем С-часть уже, не играем этот тэппинг, а переходим на новую часть, где играется импровизация всех инструментов в группе. Появляется басовый риф, вутоновский, который мы разберем, который тоже важен здесь. В чем тут сложность? В том, что здесь играется хаммер-пул. Сначала пул, срыв на ми, соль на ми. Потом играется малая терция си бемоль. Здесь кач происходит за счет вот этого, когда мы играем хаммер-пул. Фишка в том, что при таком манере исполнения ноты получаются динамически разными. И происходит такой та-ту-та-ту-та, вот этот эффект крутой. У Вутона мощная рука достаточно, больше, чем у меня довольно небольшая, пальцы короткие, поэтому мне такие рифы играть, ну, не то, что сложно, но я их обычно не играю, мне не так удобно. Но Вутон играет довольно уверенно, он может качать бесконечно. Вот так.
Для тех, кому что-то было неясно, какие-то вопросы остались, может быть, непонятки, я сделал ноты плюс табы, выложил их в группе ВК. К тому же я сделал еще GTP-файл, думаю, что выложу вместе с видео, который можно будет посмотреть, скачать с нотами и как-то потренироваться уже в виде ноты перед собой, что тоже удобно. Кому-то так удобнее. А на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели. Традиционно комментируйте, репостите, ставьте лайки. Как говорится, лучшая поддержка неравнодушия. Всем спасибо. Всем пока.